посетили студенческую столовую сегодня. Чтоб вы знали, суп стоил 39 рублей. Пюре, печеночка, там салатик, малатик. Капучино 350, 55 рублей. Ну, короче, с каждого подушечки. И капец как съедобно. Давно вы видели такое? Скажу так, несмотря на картинку, конечно, и то, что это просто столовая, ничего там такого сверхъестественного. Не то, что съедобно, а капец как вкусно было. Реально, правда. И наша остановка. Металлобаза. Сейчас возьмем железо. Поедем дальше.